Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в нашу зеленую эволюцию. Я наплодил детишек, как видите, и немножечко я здесь прокачался. То есть я прокачал себе вот эти два показателя: самоутверждение и язык тела. Ну и также вот это все нам тоже надо будет теперь восстановить. И сейчас что я собираюсь сделать? Я сейчас собираюсь взять кого-нибудь с собой. Вот. Давай-ка отправляйся с нами. Сейчас мы тебе... погоди, а могу я ему отдать оружие? Да. На. Бери. Оружие? Я тоже возьму, пойдем. А, стоп. Иди за мной. Будем с тобой вдвоем сейчас пугать кабанов. У нас, у нашего парнишки есть показатель метаболизм, да? То есть спонтанная генетическая мутация проявится после следующего этапа... А, после следующего этапа эволюции. А следующий этап эволюции запускается здесь отдельно. То есть просто так его не запустишь, что опять там будут потери по опыту. Ох ты, ёшкин ты матрёшкин, ну ты балбесю, а? Ну смотри, последний момент вроде как повезло. Так, сейчас надо пойти попробовать поесть что-нибудь. Не то, что попробовать, а поесть. Так, это, подожди, это что такое? Это что такое вообще тут лежит? Фруктина, я что ли с дерева уронил? Ну, я не откажусь от такого небольшого перекуса. Малой опять лапки тянет. Эволюция никак не меняется. Я не помню, что дает этот фрукт, но, по-моему, что-то полезное. Правда, жрется он, конечно, капец как долго. И парень ничего не может есть просто по той причине, что у него в руках находится копье. К сожалению, да, вот такая вот фигня. Повторять он не может наши действия. Ладно, пойдем сейчас. Сейчас пуганием начнем заниматься. И вообще-то неплохо было бы разведать новые территории. Но разведывать новые территории хотелось бы, наверное, в одиночку, а не большой компанией. Опаньки. А здесь у нас кто такой? Что за улитка? Нифига себе такая огромная. Это еда. Интересно, от нее меня заплющит или не заплющит? Давай съедим. Да не, вроде ничего. Интересно, прям с панцирем будешь хавать? А, защита от яда, ребят. Защита от яда, это здорово. Что тут у нас ждет полезного? Так, давайте пока пойдем, наверное, по этой стороне. Где что-нибудь полезного найдем. И главное, кого-нибудь. Опа. Так, ну-ка, сейчас будем ее пугать. Я не хочу с мамбой сражаться. Так, она испугалась. Она испугалась, и это хорошо. А, подожди, дикий кабан? А где наш-то? Вы напугали огромного кабана. Это замечательно, конечно. Но я вообще мамбу пугал. А напугал огромного кабана. Иди отсюда, тварь небритая. Ща я тебе покажу. Ах ты ж, ты куда прыгнул-то, балбес? Тебе сильно досталось? Да, по ходу дела, ему сильно досталось. Ну ничего, сейчас мы с ним разберемся. Сюда подошел. Давай, атакуй. Ах ты черт, нифига себе. Ты что, дерзкий самый, что ли? Ах ты, блин. Точно дерзкий. Так, валим отсюда. Валим отсюда. Что-то как-то мы не очень удачно зашли. У папашки лучше получалось. У папашки совершенно определенно лучше получалось. И копии еще пролюбили все. Так, не. Нам нужно сейчас совершенно другое. Пойдем за мной. Я знаю, где много всего вкусного. Вот что нам нужно. А кабаны нам сейчас не нужны. Нам надо избавиться от переломов и, в общем-то, получить защиту от этих самых переломов. А тут еще и мамба, кстати, где-то должна ползать. Ее, конечно, напугали, но я не уверен, что она далеко ушла. Ты хавать будешь, балбес? Приятного нам аппетита. А перелом прямо из-под него стащил. Да вон здесь лежит, успокойся. Надо прокачать общение, чтобы эти ребята могли повторять... Опа. Кабан с мамбой разбирается, да? Кто кого? По-моему, мамба свалила. Причем свалила она, скорее всего, в нашу сторону.
Ну-ка, пойдем на дерево заберемся. Где-то здесь должны быть наши веточки. Хрюндель, ты где? Иди сюда. Опа, не получилось. Куда кабан делся? Он где-то здесь должен быть. Забирайся на дерево. Вон он. Блин, как бы его сейчас догнать еще? Приходил дикий, говорит, кабан-полтинник. Приносил посылку для вашего мальчика. Куда ты делся? А, вон ты где. Короче, я не успеваю просто копье приготовить. Времени мне не дают нормальное. На, блин! Копье спер! Сука! Вот ведь зараза. Так, а где наш товарищ? Я помню, что там у нас было еще второе копье, но нам пора возвращаться до дома, до хаты, потому что уже темнеет. И завтра, я думаю, что я не с кабанами пойду разбираться, а пойду все-таки исследовать территорию. Потому что за исследование дают много нейронной энергии, а нам это сейчас очень-очень нужно. Так, понятно, спасибо. Ничего особо полезного нету. Ладно, пойдем. Брайтелла. Стоп. Веточки. И давай-ка во вторую лапу тоже возьмем. Запас сделаем себе. Доброе утро, страна. Что-то я даже слишком много спал. Надо попить воды, сейчас поесть еды. Но для начала давайте посмотрим, что у нас с эволюцией. Да, надо, наверное, интеллект сейчас прокачать. Так, это пространственное восприятие. И давай мы еще сейчас, наверное... Так, вообще ничего. Это вот запахи там и прочее тоже. Обоняние вкачаем. Еще на что-нибудь опыта хватит? Я думаю, что хватит. Различие запахов. Как видите, это все прокачивается уже очень быстро. Поэтому действительно имеет смысл... Так, теперь анализ качества источников пищи проходит быстрее. Короче, имеет смысл на каждом этапе прокачивать по максимуму. И строительство тоже давайте качнем. Сейчас у нас скидка действует, как я понимаю, на нейронные связи. Потому что видите, как я дофига смог тут всего сделать. Да, по ходу дела скидочка реально действует. Чувствительность хеморецепторов, дальность обнаружения источника запаха увеличена. Интересно, а если я сейчас приглашу всю стаю, это прокачка будет какая-то за это? Нет, прокачки за это не дают. Созыв стаи не удался. Так, погоди, надо кого-то с собой взять все-таки. Может быть, старого кабанчика. Иди за мной. Ты пойдешь за мной, нет? Да. Пойдем с тобой займемся исследованиями территории. Я думаю, что мы сейчас где-нибудь вот здесь вот спустимся по... Так, где? Вот по этой вот ветке. И там у ее подножия, насколько я помню, есть ценные ценности. В смысле, красные цветочки. Так, погоди, а как там тут вниз-то? Вот сюда, да? Вот сюда. Я все время здесь путаюсь. Ай ты! Блин! Вот это я хорошо зашел, да? Так, ну-ка, брось пока палочку, пойдем с тобой попьем. У нас явно проблемы с водицей. Что-то я об этом как-то совсем забыл. Чувак, ты там нормально себя чувствуешь вообще? Вы обратили внимание, где он пьет вообще? А, ну дождик, наверное. И я сейчас адово сдубею. Слушай, погоди, я сюда сейчас вернусь еще. Давай-ка вот сюда на дерево заберемся. В смысле, не на дерево, на скалу и к дереву. И поедим немножко защиты от холода. От холода и от переломов рук-ног. В общем, перекус такой устроим себе. Главное сейчас копье не забыть и напиться хорошенько. Оформившийся нейрон. Общение. Слушай, смотри-ка, когда мы таскаемся с кем-то вместе, происходит действительно общение. Так, ты допил? В прошлый раз вроде бы не допил, сейчас посмотрим. Вроде, да, смотрите, слушайте, жажда прям замучила реально. Опять он пьет на суше. Это противозаконно, чувачело. Пойдем со мной. У нас еще много планов, я хочу пройти вдоль вот этой скалы как можно дальше и посмотреть, что там у нас будет. На кабанов, на всяких, я думаю, что отвлекаться мы не будем, постараемся их просто банально спугнуть, если встретим. Я не хочу больше с ним сражаться, надо его напугать. Нас двое и второй, второй бибизян страха не испытывает, насколько я помню, потому что он у нас старенький.
Правда, он старенький и еще вдобавок медленный. Так, какой-то музончик начинается. К чему бы это? Напрягают меня такие приключения. Когда ты куда-то выходишь, и там начинается музончик, ни к чему хорошему это не ведет. Так, погоди, я хотел вот ту красную узнать. Я хочу испугать этих засранцев всех. Так, всем стоять, бояться. Вон пошли. Вроде бы получилось. Ладно, не будем здесь задерживаться, а то каждый раз, когда я здесь задерживаюсь, это заканчивается какой-нибудь боевкой, и стоим мы в результате на одном месте с вами. Короче, все исследования лучше производить с дерева, как я понимаю. Так, это мы уже видели, это мы уже знаем. Предлагаю небольшой перекус. А то что-то у меня там красненькое есть. Не пойму, что. Давай еще. Приятного нам аппетита. И пойдем на дерево. Так. Просто сидя на дереве, как-то себя чувствуешь намного суше и комфортнее. Что там у нас где есть? Ага. Вот так вот, да? Ничего здесь пока нема. Идем дальше. Старикан, не отставай. Хотя старших, конечно, надо уважать. Это мы уже видели. Камушки, это мы тоже проходили. Но энергии-то лишней точно не будет. Так, вот на то дерево сейчас. А, то дерево далековато. Надо посмотреть, что здесь. Хрюква здесь. Так, давай на дерево. Опаньки, вы посмотрите, что здесь происходит. Где мое копье? Куда дел мое копье, засранец? На, блин! Отдай мне мое копье, скотина! Самоконтроль. Так, ладно, этого мы напугали. Правда, последнее копье мы пролюбили. А змея, кстати, испугалась, похоже. Подожди, а что здесь у нас за нора такая? Здесь ничего исследовать нельзя. Ловушка. Ой, ловушка. Да, ловушка. Нет, со змейкой я пока связываться не хочу. Мне кажется, что мы ей на один укус. А вот палочку было бы неплохо новую сделать себе. А то обороняться-то... Хотя можно уклоняться на самом деле. И уклон тоже вещь полезная. Так, смотрите, какая штука. Сделать открытие, ребят. Кажется, мы открыли какую-то новую достопримечательность. Найдено новое интересное место. Каскад водопадов в скале. Ну, покажите нам, как это выглядит. Малой, смотри. Папка что тебе покажет? Чё-то только каскада водопадов не видно. А, вот он. Слушайте, красивое местечко на самом деле. Но, мне кажется, здесь не все так гладко. И здесь могут уже встречаться всякие разные гады нехорошие. Типа тигра. А прежде чем встречаться с тигром, нам бы надо... Блин, как тут громко. Нам бы надо прокачать общение, чтобы они могли повторять за мной, и прокачать атаку. Сейчас мы его напугаем. Опа, сейчас бы самому бы не напугаться. Так, а что здесь-то? Ой, слушай, не нравится мне это. Это новая территория, по ходу дела. Ай. Старикан, давай иди сюда. Это новая территория, ее надо исследовать. Но одновременно с питоном и кабаном я этого делать не хочу. Поэтому пойдем-ка мы дальше. Долбанный дождик. Страх. Так. В общем, здесь надо максимум всего исследовать, и таким образом мы с вами сможем... Так, свет, свет, ты где в конце тоннеля? Нам надо заполнить максимально. Кто-нибудь видит этот свет? Блин, это не тот свет, мне кажется.
Это явно не тот цвет. Нам нужен какой-то другой. Нам надо заполнить вот этот кружочек слева, который... Пока я не успел психануть по полной. Вот, кажется, туда. Вы побороли страх, да? Подожди, мне, я не поборол страх. Доберитесь до захватываемой зоны. Нифига себе мне туда добираться. Пока не психанул, надо успеть. Побороть страх. А-ха-ха! Вы побороли страх, теперь ваша стая будет здесь себя чувствовать прекрасно. В общем, вот таким вот макаром у нас осваиваются новые территории. И, кстати, мне надо возвращаться обратно, потому что обратите внимание, сколько у меня появилось энергии. Сейчас мы с вами все, что только можно, освоим. Так, веточки, веточки, веточки. Я хочу себе копье сделать. Вдруг и кабанчика встретим. Надо бы его довалить вообще-то. По-хорошему. Так, это что у нас? Блин, у меня даже исследование дальше не проходит. У меня полностью все заполнено. Пойдем, старпер. Слушай, а ты вообще как себя чувствуешь-то? Ну, да, по энергии у него, конечно, все совсем печально. Дедушка уже совсем старенький. Так. Палочку мы сейчас очистим, и быстренько надо взять какой-нибудь камень и модифицировать ее. Мне нужно копье. Жалко, что... Ну, хотя можно, наверное, два копья таскать с собой. Но один фиг, в случае хорошей атаки мы его просрем просто. Давай, давай. Арбайтон, работаем. Еще чуток. Так, все, вроде копьецо готово. Пойдем. И погодка как раз у нас наладилась к тому моменту, когда мы возвращаемся обратно. Ах ты черт! Старпер, уходим! Это саблезубый гаденыш! Что-то он не боится нифига. Старпер... Куда старпер-то упрыгал? Так, ребят, у нас проблемы. У нас большие проблемы и сложности. Мне надо... Да ядрицкая сила. Я до туда... А, там нам ничего не дадут. В общем, у меня кровотечение. Мне надо поправить здоровье. Надеюсь, что старпер уйдет. Так, змеюка. Главное ей сейчас на обед как-нибудь не попасть. Подожди, она вообще живая? Ты вообще живая? Иди сюда, балбес! По-моему, сейчас у него будут проблемы. А она живая вообще? Она вообще живая, похоже. Я надеюсь, что тигра... Давай, пугай! Блин, тут еще и кабан. По-моему, старпера сейчас завалят, короче. А мне нужно срочно... Так, подожди, я знаю, что мне нужно. Я думаю, что с хвощом мы быстрее разберемся, чем я буду искать сейчас волокно. Хвощик у нас внизу, так что... Вроде дед еще жив. Опасно, ребята, опасно. Ладно, я пошел искать волокно, ребят. Вот дед. Дед нас нашел, а волокна я пока не нашел. Ну, волокно... Да здрасте, приехали. А не пошла бы ты нахрен, а? Пасется здесь. Все вон! Тут самое страшное племя гринявых бибизян. Ничего страшнее вы в своей жизни не видели. Так, погоди. Вот он, хвощ. Так, палочка пускай здесь полежит.
Надо ее модифицировать быстренько. Давай, давай, применяй. Досталось мне, конечно, конкретно. Ладно, давай поедим быстренько, дедок. Хотя тебе, я думаю, это уже сильно не поможет. Блин, жабы тут прыгают всякие. Капец. Ладно. Хотел на той закончить, но, видимо, не получится. Так, и еще один... Ладно, поесть, я думаю, что мы поедим уже на базе. Все. Хотелось бы туда вернуться засветло в какой-то веке. О, все под контролем. Отлично. Вернулись на базу, вроде как живы, даже относительно здоровы. Дедок-то вообще дает, блин, жару. Так, давай мы сейчас вот это здесь выбросим. Пойдем-ка мы попьем водички. Потому что жажда после кровотечения очень серьезная обычно. И подожди, кто спер мое копье? Алло, а вон оно. Не трогать лидерское копье. Это символ власти. Что-то у нас появилось. Вот это вот. Самоконтроль. После соединения нейронов... Так, понятно, давайте мы сначала соединим, а потом узнаем, что это такое. И посмотрите, что у нас с энергией вообще. Это же вообще офигеть. Так. Окно возможности во время атаки выросло, так как дается больше времени. Ага, то есть я теперь смогу наконец-то более конкретно прицеливаться уже. И вот здесь вот у нас что-то. Копирование, по-моему, да? Вот это то, что нужно. То есть он будет стараться копировать то, что я делаю. Интересно, а так это тоже касается? Теперь вы можете просить членов стаи брать предметы, перекладывать их из руки в руку или есть их, если те съедобны, копируя ваши действия. Взяв предмет, дважды щелкните правую кнопку мышки, чтобы находящиеся рядом члены стаи повторили за вами. Чтобы съесть что-нибудь или предложить предмет, переложить предмет из руки в руку, сделайте то же самое. То есть, подожди, так. Блин, ну я не буду сейчас это проверять на всей стае, нафиг мне это надо. Потом на ком-нибудь проверим. Так, давайте вот это дело мы тоже сейчас изучим. Это у нас касается обоняния. Энергию надо куда-то тратить по-любому. Так, это что такое? Генетический потенциал детеныша. Детеныш Гак имеет более развитые интеллектуальные способности. А Гик? Так, скорость анализа окружающей среды возросла до максимума. Это у нас интеллектик. По ходу дела мне опять эту нейронную энергию девать некуда будет. Хоть соли ее. Теперь вы можете автоматически обнаруживать ресурсы того же типа, что и выбранный, да? Отлично. Значит, вода, сон, еда у нас с этим все в порядке. Но давайте мы все-таки что-нибудь попьем. Или взять кокосик. Давай кокосик обработаем. Где наш любимый камушек? Вот этот, по-моему. Отлично. Опа, ловкость рук, как и хотели. Это я правильно зашел. Давай попьем. И сразу вкачаем эту самую ловкость рук. Сейчас узнаем. Теперь при любом изменении предметов вы чаще добиваетесь желаемого результата. Так, ну это хорошо, чё? И, собственно, я дед... Так, подожди, нейронная энергия, помощь. Так, при изучении трупов сородичей вырабатывается нейронная энергия. То же самое происходит при выполнении других действий. Ясно, спасибо, понятно. Это один из наших, да, как я понимаю? Могу тебе только посочувствовать. Так, копьецо, пожалуйста. Да не хочу я ложиться, алло. Вот так вот. И надо кого-то взять более серьезного в этот раз. Дедушка, это, конечно, замечательно, но не очень. Так, ты мужик? Пойдем со мной. Я хочу забраться куда-нибудь вот туда наверх в этот раз и посмотреть, что там у нас есть, потому что туда мы с вами не ходили. А может быть, там есть что полезное. Полезное, вкусное... Так, ага, погоди, здесь у нас еще что-то есть. Так, еще энергия. Слушай, а нормальной энергии-то за это дают. Интересно, что он там, вскрытие проводит? Блин, надо найти срочно растение, которое дает защиту от холода. Да что ж такое-то, задубею ведь. Задубею, простужусь, отброшу ласты, склею копыта. Или отброшу копыта, склею ласты. Тут ни черта нет полезного, но нам в любом случае надо сначала отдохнуть, прежде чем мы куда-то отправимся дальше, потому что иначе я здесь, боюсь, не заберусь. Вроде отдохнули. Надеюсь, что там есть какие-то площадки. А прямо вися нельзя отдохнуть? Походу дела нельзя. Ни по запахам, ни почему.
нету никакой новой инфы, да? Офигеть! Вы посмотрите, как карабкается. Интересно, а туда, походу, в дело вообще прохода нет. Вот это меня обманули. Это, по-моему, край карты. Ладно, братишка, извиняй. Куда-то я нас послал не в ту степь. Так, погоди. Давай-ка мы сейчас сделаем следующее. Палочку мы сюда уроним. Пойду я сейчас кокосики возьму. Так, ловкость рук, никакого мошенничества. Так, обменяться предметами. На, держи. А мы сейчас второй тоже модернизируем. А вот здесь мы вроде бы еще не были. Хотя, по-моему, здесь карта просто тупо заканчивается. И все. Слушай, а нормально, смотрите, радиус-то какой. Теперь. С тем бы орлом еще разобраться. Ой, ой. Слушай, а здесь как бы... Эй! О! Опять мы вернулись туда же, откуда начинали. Ладно. Ладно, пойдем тогда исследовать ту территорию. Не знаю, короче. По ходу дела там ничего такого нету. О, погоди. Погоди. Вот туда мне надо забраться. Вот, я кажется, вижу то, что мне нужно. Вот оно, растенеца. Надо бы перекусить немножко. Молодой, ты где там бегаешь? Иди сюда хавать. Ты идешь, нет? Блин, куда он делся-то? Ладно, нам больше достанется. Тем более, что я оголодал знатно. Оформившийся нейрон. Общение. Погоди, общение с кем? Ты, где этот хрен с горы? Шеф, ты где? Иди сюда. Господи, вот ты балбес, а. Пойдем со мной, я знаю, где много всего вкусного. Вот туда мы сейчас пойдем, может быть, вот по этой площадочке. Я думаю, что мы таким образом до водопада дойдем. Но там у нас тигр, насколько я помню, и это может вызвать некоторые проблемы и сложности, особенно у молодого, который там внизу что-то трется. Ну, в принципе, мы уже с вами сделали потомство, так что потеря молодого... Ничего страшного не произойдет. Вот когда они нужны, их нифига нету под рукой. Интересно, а здесь какие-то сумочки можно будет придумывать? Хотя я думаю, что бибизяны до сумок не скоро допетрят. Возможно, огонь. Вот я не знаю, огонь здесь вообще есть? Нету. Наверное, где-нибудь в самой последней стадии, в главе 5, может быть и есть. Так. Что у нас по тигру-то? Где-то он уже здесь должен быть, теоретически. Кабан. Заходил, говорят, дикий кабан-полтинник. Да, он атомно раненый. Поэтому иди сюда. Да ты тварь какая! Сейчас я тебе, блин, кишки выпущу! Получи, гнида. Покончено. Так, смотрите, атаковать. У нас появилась возможность атаковать, ребята. Это классно. Так. На тебе камушек. Может, мне поможешь, если получится. Так. Приказать повторить. Подожди. Приказать повторить. Не хочет он повторять, короче, за мной. Я что-то вообще не понимаю. Как это вообще делать, я не знаю. Не хотел бы я встретиться вот с этим вот монстрюком. Фух, найдено новое применение для камушка, да? Что тут у нас есть полезного? Вот. Давай, повторяй. Ты будешь повторять? Ну, давай, обменяемся с тобой предметами. Это я выкину нафиг. Слушай, а он ест мясо. И это тоже можно выкинуть. Кости нам сейчас не нужны. Давай-ка мы сейчас поедим. Правда, скорее всего, да, отравление сразу сходу. Надо будет сейчас воды попить конкретно. Так, все, пойдем со мной. Главное, тигра сейчас не встретить. Впереди есть водопад, и я думаю, что вот именно там мы с вами и заправимся водичкой. Хотя, по-хорошему, можно уже опять возвращаться, изучать, что там за атака. Я...
Так, там еще один кабан. Слушай, не, давай-ка мы пойдем с тобой все-таки до дома, до хаты. Действительно, изучим сейчас приказ на атаку. Потому что сейчас я мог только контратаковать, а теперь я могу еще и атаковать сразу. То есть не ждать, можно, я не знаю, прыгнуть на него сверху, прямо там с дерева, да, со спины, чтобы он не успел, гнида, развернуться. Так, что-то, видимо, у меня отравление проходит, я предлагаю пополнить это дело месяцким. Не знаю, насколько быстро у меня получится изучить. Вот, смотрите, видите, сейчас у нас нейрончики проскочили. То есть, в принципе, изучение идет всеядности. Ну, или во всяком случае не то, что всеядности, а хотя бы мясоядности. Так, все прошло. Кстати, что-то довольно быстро проходить начало. Может быть, это и есть, в принципе, какое-то уже усвоение мяса. У нас же уже второе поколение. Еще в прошлом поколении мы мясо ели. Хотя нет, подожди, эволюцию-то мы не проходили. Тут есть, во-первых, значит, смена поколений, а есть еще второй момент. Это именно эволюция. То есть это разные штукенции. Так, давай, мимо этого дерева прохожу и всегда хаваю здесь. Если с вечера похавал, то утром еще, в принципе, даже может чего-то остаться. Побежали. Вот с прямохождением, конечно, какие-то проблемы. Можно, я думаю, что ходить по веткам, там прыгать по каким-то, может быть, тогда это будет прокачиваться. Но, да мать же твою, я как-то прямохождение прокачал по-другому. Я вот на тестовый, я себе просто сделал еще тестовую такую, как бы, катку. Но вперед я не проходил, здесь я далеко вперед ушел уже. Там я какие-то моменты такие мелкие осваиваю. И там у меня как-то получилось прокачать. Я ничего особого не делал. Но у меня, во-первых, получилось прокачать ношение вещей двумя руками. Здесь у меня что-то этого пока нету, к сожалению. Ух ты, нифига себе я тут накачал-то, а? Так, это что у нас? Контроль силы. Давай посмотрим, что это за контроль силы и что он дает. Так. Теперь при изменении предметов с помощью инструментов вы чаще добиваетесь желаемого результата. Так это такая же фигня. Вот эти вот как прокачать. Способность переносить предметы можно улучшить, если продолжить развивать ловкость рук и способность держать равновесие. Ага! Подожди, можно взять предметы и потаскаться по каким-нибудь веткам, да, наверху? Готовность к схватке. Я думаю, что сейчас мы этим и попытаемся заняться, то есть попрыгать по веточкам где-нибудь. Готовность к схватке, скорость подготовки к контратаке возросла. Блин, я думал, что это именно атака. Ух ты, погоди, смотри, здесь прямо уже сразу готово. Вот, атаковать появилось. Групповая оборона. Ну, давайте прокачаем. Это, вот это полезно. То есть все наши ребята смогут... нормально. Смогут тоже обороняться. Но сколько ж на нее энергии-то надо, а? Теперь при наличии эффективного оружия члены стаи могут защищаться во время атаки. А вот это уже интересно. То есть они сами будут защищаться. Если у них в руках будет копье, допустим, то они смогут самостоятельно навалять какому-нибудь кабану, допустим. Это что у нас? Обнаружение угрозы. Вот это вообще классно. Теперь вы можете автоматически опознавать другие опасные запахи, исходящие от объектов того же вида, что и ваша цель, если они рядом с ней. Ну, отлично. Стадо кабанов нам только не хватало для полного счастья. Так. Что, тут у нас все, да? Вот это. Вот это непонятно совершенно. В некоторых случаях способность стоять прямо дает возможность для физического развития. Вы знаете, я, кажется, понимаю, как можно прокачать именно способность ходить прямо. Имитация. Давай вот это тоже прокачаем, пока у нас есть энергия. Можно попробовать ходить по воде, добывать рыбку. Там же, когда мы ходим в воде, мы ходим на прямых ногах. Может быть, именно так у нас и получится прокачать прямохождение. Теперь вы можете просить членов стаи перекладывать предметы из руки в руку и изменять конкретный предмет, копируя ваши действия. Погоди секунду, еще раз. Дважды нажмите правую кнопку мышки, чтобы находящиеся рядом члены стаи повторили. Ну, блин, я нажимаю, они что-то ни хренашеньки не повторяют.
Ладно, ребят, так, погоди, возьмем сейчас копье и надо посмотреть, рыбка-то у нас там. Так, алло, что происходит? Я не хочу здесь ложиться, я хочу взять вот это копье. Спасибо. Рыбка у нас новая появилась здесь. Давайте пойдем посмотрим. Где-то вот тут было. Да, ткнуть. О, подожди, с первого раза получилось. Это хорошо. Так. Кстати, был не щелчок, а какая-то другая фигня. То есть такой, как колокольчик. Так. Приятного мне аппетита. Приятного мне отравления. Бедняга. Но нейроны проскочили, когда я ее съел. Это значит, что, по всей видимости, все-таки прокачка у нас каким-то образом идет. И надо посмотреть, если мы будем ходить по воде, у нас будет идти прокачка нейронов или не будет? Причем надо еще, знаете, кучу вещей по карманам рассовать, да? Можно взять ветки. Кстати. Давай-ка мы сейчас вот возьмем по веточке. Ну-ка, повторили все. Взяли дубины. А куда вы пошли-то? Что происходит? Что эти макаки? А, вон они. Они все, короче, понабрали. Угу. Значит, взяли дубины. Теперь перекладываем в другую руку. И повторяем. Слушай, нормально. Сейчас все будем заготовить. А, подожди, на всех камней, скорее всего, не хватит. Так. Схватить и повторить. Да, на всех, по ходу дела, реально не хватит. Так что кто-то будет тупо с дубинами в руках ходить. Камни взяли, балбесы. Так. А теперь, значит, изменить. И поехали. Интересно, а их можно заставить вот этим-то заниматься? А зачем я это делаю камнем, мне понятно. О, оформившийся нейрон. Значит, все-таки... Бедняга. Да, это разные действия. Значит, в принципе, я не зря это делал. Так, а что, нельзя дальше, да? А подожди, я ее доделал вообще? По ходу дела не доделал. А, сразу затачиваем, да? Ну, ребята, походу, не могут выполнять такие задачи. А теперь как их заставить все это бросить, блин? Это же дичь. Как их заставить бросить-то это все? Ходить у каждого предмета отнимать? Ой, Гриди, ты балбес, а? Вот ты балбес. Ну ладно. Провели, короче... А, да блин, лишнее движение. Так, ладно. Ням-ням-ням-ням-ням. Давайте-ка мы сейчас это все дело... Можно это в кучу сложить? А что я... Вот так вот. Можно. У них он... Так, сбросить в кучу. А приказ повторить не нельзя? Вот отлично. Просто замечательно. Ладно. Да дай предмет. И чё ты там вообще такое подобрал-то? Короче, кучу геморроя себе устроили. Я понял. Палку сюда, пожалуйста. Я надеюсь, что они теперь хотя бы хавать-то смогут. Так. А вот эти палочки мы давайте куда-нибудь сейчас пока вот сюда вот побросаем. Вот, пускай здесь полежит. Так, ребята, всем хавать. Что-то мне подсказывает, что хрен они теперь будут хавать. Не, смотри, нормально, нормально. Бросили палки-то? А как вы с палками-то? Прикольно, зачетно. Ладно, отдай сюда. Пойдем-ка мы поспим. Лучше с утреца продолжим.
И что-то я там прокачал. Да, что-то я определенно прокачал. Удаление лишнего. Теперь при изменении предметов без инструментов вы чаще добиваетесь желаемого результата. Но это все равно не то. Мне нужно вот это. Ловкость рук. Как это качать, я хрен его знает. Развитие двигательных навыков позволяет развивать органы чувств. Каким образом это делать, я не знаю. Не, у меня есть мысль, конечно. Ну ладно, давайте сначала все-таки поспим. Доброе утро, страна. Так, палочку. Давай сразу переработаем. Так, что за приказ повторить? Так. Обрабатываем. Так, а куда я все эти палки-то сложил? Во, сюда, да? И как? Во, в кучу. Это копье, а там еще копье. Палку отдай. Что я сделал-то? Мне вот интересно, вот из этих палок можно что-то будет сделать или нельзя? Погоди, они могут повторять вот этот приказ. А у кого-то есть такая штука, палка-то еще? Ну-ка давай. А, ободрали все вообще, все ободрали. Палку отдай. Так, взять предмет. Сейчас попробуем. А вдруг получится? Ну-ка давай, повторяй за мной. Во, красавцы! Палки-то теперь можно делать быстро. Ну-ка, приказ повторить, ну-ка, все в кучу бросили палки. Плевать они хотели. Вот засранцы, а. Так, хорошо, смотрите, у нас есть такая штукенция. Во-первых, мы можем ходить по воде. Не знаю, это вообще на что-то будет влиять или не будет влиять. Опс, водопад. Как это я пропрыгнул здесь? По-моему, никак это не влияет, прокачка никакая не идет. Ну, давай попьем тогда чуток. Значит, таким способом не получится. Но есть еще одна гипотеза. Так, все, напился. Во-первых, у нас есть... Значит, если на кумы нажимаем... Ага, понятно. Не совсем то, что надо. Опознать. А, во, кокосы, кстати. Прикольно. А как-то я вас до этого не находил. Где кокосы-то? Ну, алло. Вот они. Один где-то здесь должен быть. Схватить. Во. И второй где-то... Опа, вон он. Схватить. Так, меня вот что интересует. Такой вопросик. А можно ли их как-то модифицировать? Нет, таким макаром их модифицировать нельзя, к сожалению. Так, ладно, давай бросаем в кучку. А этот мы сейчас модифицируем по-своему. Так, где мой колун? Хотя, с другой стороны, подожди, а чем мы его еще не модифицировали? Вот этим камнем мы его били. Я черт его знает. Интересно, а если я им сейчас поручу вот этим же делом? Во, ловкость рук, смотрите. Ай, чуть-чуть не испортил все. Полежи в куче. Давай попьем. Кажется, да, ловкость рук все-таки прокачивается. И это хорошо. Так, отличненько. Блин, жалко и поколение еще одно терять. Но, по ходу дела, нам надо качаться дальше, скоро будет. Так. Ну-ка, давай посмотрим, что это такое. Теперь при изменении предметов с помощью инструмента вы чаще добиваетесь желаемого результата. Контроль силы, блин, опять. Ну не то это, не то.
Хоть реально придется, видимо, по деревьям идти прыгать. Хотя, с другой стороны, я не прыгал особо по деревьям-то до этого. Ну, давайте попробуем пособирать каких-нибудь ценных ценностей. Так, ну, во-первых, я предлагаю заняться разведкой. Надо все-таки вот туда сходить. Так, что там у нас еще есть полезного? Так, 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 что еще не изучили? Ну, что-то мы прокачиваем, на самом деле. И довольно так эффективно. Так, ну, это понятно, это пока не исследуется, но только пока, на самом деле. То есть, нифига на таком расстоянии вы мощно. Через скалы, через все. Так, окей. Давай, пойдем. Еще за опасностью. Блин, это все плохо закончится. Ай-я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 й! Ох ты ж твою мать! Так я еще не убирался ни разу. Красная кость. Тяжелый перелом, походу. Вот оно. Вот то, что мне нужно. Так, так я реально еще ни разу не убирался. Да, ребят, с прыжками есть некоторые проблемы, когда не на джойстике играешь, а на клавиатуре. Но из-за этого я начинать на джойстике играть не собираюсь, потому что с обзором там, конечно, очень неудобно, лично мне. О. Бедняга, надо ж так звездануться было. Так, все, с этим разобрались. Теперь пойдем немножко защитимся от холода. Где-то здесь у нас должно быть наше любимое деревце. Вот там, вон оно. На моей любимой скале мое любимое деревце. Только что-то на нем как-то цветочков-то. Блин, кажется, мой приятель здесь все обожрал. Ладно. Пойдем. Не буду я больше пытаться перепрыгивать на другие ветки. Ну, вообще-то, конечно, надо бы учиться. Но пока научишься, блин, целую стаю можно потерять. Главное сейчас, когда орел опять на нас сагрится, не парашютировать особо. Так. Мне надо на соседний ствол вообще-то. Вот, когда мы вот так вот ходим. Так. Это мы соберем, пожалуй. И давайте-ка мы обмажемся этим делом, потому что сейчас нам с орлом иметь дела. Так, что это у нас? Ассоциативное мышление. Вы сделали примочку из волокна хлопкового дерева 2 раза. Да я и 3 сделаю, без проблем вообще. Так. Я могу и больше. У меня вообще мышление очень ассоциативное. Так, еще бы сейчас скоммуниздить бы отсюда что-нибудь полезное. Извини, брателло. Яйки я, пожалуй, заберу. Так, ну что-то прямохождение на самом деле здесь не сильно-то и прокачивается. Чтобы понять, куда мне прямо ходить. Нет, ребята, по-моему, прямохождение не таким образом прокачивается. Пойду я яик поем. Здесь у нас водичка есть как раз. Так. Самец, так, что бы тебе дать-то? Давай мы с тобой обменяемся предметами. Хавай. Сейчас потравится, правда, брателло? Ну, один-то я вообще бы отравился люто. А так мы чуть-чуть прокачались.
и водицы попить. Нет, ребят, не понимаю, я вот совершенно не понимаю, как я тогда вкачал себе переноску в двух руках. Не представляю, но как-то я ее вкачал. Все, спасибо. Блин, это столько времени, короче, потратить на то, чтобы эти яйца добыть, для того, чтобы отравиться добровольно. Пойдем попробуем что-нибудь с тем камушком сделать. Может быть, сейчас, когда мы прокачали силу, что-нибудь получится. Так, поднять. Во! Поднятие тяжестей. Теперь вы умеете поднимать камни. Сейчас полезные вещи. А это грибочки. Так, это интересно. Погоди. Так, нюх. Да ладно, они что, ничем не пахнут, что ли, вы хотите сказать? Они просто берутся тупо. Ну, давай посмотрим, что это такое. Какая вкусная... Это ж трюфели! В ресторан можно сдать, когда будут рестораны. Так, африканский пластинчатый гриб. Ну, давай съедим, посмотрим, что это такое. Защита от отравления и отравление одновременно. Это вообще как? Ох, сейчас мы нажремся этих поганок. Мне уже похорошело. Так, а куда вы все ломитесь-то? Прикольно. Они все решили грибов пожрать. Супер. Вот красавцы. А кто-то с дубинами сидит в руках. Ладно, мы хотя бы разобрались, что теперь можно делать с этими самыми камнями. И грибочки нашли. Сейчас у меня должен быть приход теоретически такой конкретный. Ну что, ребят, наверное, на этом мы с вами будем заканчивать. Сейчас, так, подожди. На, перекуси, а то ты бедный один, не евший. На этом мы будем с вами заканчивать. Я надеюсь, что вам понравился этот видосик. Если это так, то обязательно поставьте лайк. Поддержите, пожалуйста, мой канал, мои видео на ютубчике. Буду вам очень и очень признателен. Ну, а с вами был Гринни. Всего доброго, всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребят. До новых встреч.